Привет, друзья! Вчера, как вы, наверное, все уже знаете, над Москвой пронесся жесткий ураган. И по Подмосковью тоже погибли люди. Но почему-то оповещений об этом ниоткуда не последовало. Ни по СМС, ни от МЧС, ни по радио, ни по телевидению. Только сейчас начали обсуждать и подсчитывать урон, который принес ураган. Валились деревья, все летало, страдали не только люди. Вот в Подмосковье 9 жертв, в Москве 6 жертв. Интересно, почему? Просто не оповестили. Хотя все это у нас система работает вроде нормально, по словам наших главнокомандующих, но так и не было оповещено население. Вот об этом я хочу сказать. О последствиях смотрите на ссылочках, которые будут под моим видео. Спасибо.